Ну что, наконец-то вышла Call of Duty Black Ops 3 Beta, я ее так ждал, играю на ПК, всем привет, и эта игра доступна тем, у кого есть Black Ops 2 в библиотеке, и, собственно, я ее получил бесплатно, так что выбрал я тут класс себе уже, выбрал Аутрайдера, потому что есть лук, не знаю почему, вот, и давайте наконец глянем, что это все такое. Так, давайте сначала я в класс перейду. Так, что это? АРК-7. Отлично, я знаю, что это за автомат. Мановар, я тоже знаю, что за автомат. Так, ладно, АРК-7. Это что такое? О, боже. Класс, просто класс. Так. С левела 10 нож откроется. Так, пистолеты, давайте МР-6 возьмем. Не знаю, что это, первый раз вообще здесь. Так. Значит, глушающая граната, осколочная, автобернер. Что? Так. Fast hands я понял. И ганхо. Ага, можно во время спринта стрелять. Ладно, все, я даже не буду тянуть. А, еще скорость стрики, давайте проверим. HCXD. Ну, я так понял, это машинка. Короче, БПЛА, Hellstorm и Талон. Что? Колин. А, это дрон, который нас будет прикрывать. Так, хэттер. Хэттер, рэпс. Пауэркор, мадершип. Ясно, ладно. Так, кор. Ну, с чего начать-то? Ну, Steam Deathmatch, наверное. Ага. Итак, моя первая карта будет комбайн. Комбайн. CDP против Black Ops. А я где? Я в Black Ops? Нет, я в CDP. Ой, как громко-то! Охренеть, что за чувствительность? Охренеть, что за чувствительность у мыши? Что за чувствительность у мыши? Я и пошевелить вообще не мог. Так, Mouse Sensitivity. Ну-ка. Надо было мне настроить сначала. Я понял. Охереть! In the game. Чё за хрень? Чё за хрень? Блин. Так, спокойно. Секунду.